в условиях кризиса есть два сценария. Сценарий первый. Либо мы спасаем транснациональные банки ценой экономики США, либо мы спасаем экономику США ценой гибели мировой долларовой системы. Значит, это такая вот дихотомия длится уже, ну вот сколько, 5 лет. И было абсолютно очевидно, что обе эти силы, которые стоят за этими двумя сценариями, выдвинут своих кандидатов в президенты США. Они выдвинули. Одна выдвинула Трампа, другая Клинтон. Значит, и сегодня у нас замечательная картина. Значит, у нас есть международные финансисты, которые хотят сохранения всего того безобразия, которое у нас и в других местах. А от их имени в США, значит, двигается Хиллари Клинтон, а у нас от их имени работают люди, которых поставила администрация Билла Клинтона в 90-е годы. Это руководство правительства и руководство Центрального банка. Те самые люди, которых до недавнего времени убрать было практически невозможно. Мы хорошо видели, как они крутились по одним и тем же должностям, одна и та же группа. Ровно потому, что их как бы кураторы политические находятся на Западе. А с другой стороны, есть Клинтон, есть Трамп, у которого совершенно другая модель регионализации мира. И именно по этой причине, как мы видим, сегодня команда Клинтон в Соединенных Штатах Америки активно обвиняет Трампа в том, что он агент Путина. По банальной причине, потому что с точки зрения команды Клинтон Россию нужно добивать, а с точки зрения команды Трампа Россия это один из региональных лидеров, с которыми нужно договариваться. Теперь вопрос. Ну, я считаю, что выиграет Трамп. Михаил Леонидович, а на чем основывается ваша уверенность в победе Трампа на выборах в США? Да, хороший вопрос. Значит, смотрите, во-первых, сегодня большая часть политтехнологов, социологов и прочих людей, они мыслят технологически. То есть возьмем разные группы лиц. Вот в этой группе там Трамп проигрывает 5%, а в этой Трамп выигрывает 3%. Есть составы групп, как они устроены, по регионам, тыр-пыр. Ну вот пишут и получается. Опросы и т.д. и т.п. Но, если посмотреть на ситуацию, вот давайте смотреть. Есть такая абсолютно либеральная структура в нашей стране, высшая школа экономики. Когда там детей, которые там учатся, спрашивают, а вы за демократию? Они говорят, да. Вы за свободу? Да. Либералы. 100% либералы, если есть там один, может быть, 0.5%, то это какие-то люди странные, попавшие случайно, и их постепенно выжимают. А тут полгода тому назад некоторые социологи решили провести там опрос сложный. Смысл которого был такой, получить реальный ответ на вопрос, считает ли вот тот, кого опрашивают, возможным, чтобы молодой человек отдал свою жизнь за Родину. И оказалось, что 70% обучающихся в высшей школе экономики считают, что это нормально. То есть получается, что вроде бы как бы они либералы, а как вглубь закопаешься, так совершенно не либералы. Потому что либерал точно знает, что его собственная жизнь это самая высшая ценность в мире со всеми вытекающими. Так вот, в 2014 году были промежуточные выборы в США. И на них, вопреки опросам, опросы были, там были тогда... Демократы контролировали Сенат, а республиканцы – Палату представителей. И было много споров, сумеют ли демократы отобрать обратно Палату представителей, соответственно, с каким счетом республиканцы вновь проиграют Сенат. И результат получился очень интересный. Республиканцы сохранили Палату представителей, отобрали себе Сенат, и еще при этом одержали совершенно сокрушительные победы в ЗАГС Собраниях Штатов.
И никто не мог понять, почему. А 4-5 ноября 2014 года в Дейтоне, штата Охайо, происходило заседание Дартмутской конференции. Это такой формат, который изобрели в 1963 году Хрущев и Кеннеди, как метод общения, значит, элит. И там, значит, группы советской и американской общественности не при должностях, но влиятельные. Значит, они общались о разных проблемах. Этот формат был закрыт в 1992 году, поскольку американцы считают, зачем им этот формат, они и так все здесь контролируют. А в 2014 году он был возобновлен по просьбе американцев. И вот 4-5 ноября, значит, в Дейтоне состоялось первое заседание после большого перерыва. И там, 4 ноября были выборы. И 5 ноября заседание открылось обсуждением. Все там 30 человек, 15 от США, 15 от России. Мы начали обсуждать, собственно, что произошло. А у нас там, это был широкий круг общественности. Да, были журналисты американские, от нас был Третьяков. Были какие-то культурные люди от американцев, от нас были Меньшов, Бакерия, в общем, самые разные люди. Да? И когда до меня очередь дошла, то я сказал, что вся проблема в том, что есть два сценария. Либо мы спасаем банки, обрушивая экономику США, либо мы спасаем экономику США, обрушивая долларовую банковскую систему. Спасем мы экономику США, не спасем, это вопрос отдельный. Да? Ну вот два базовых сценария. И в глазах населения этот сценарий первый, то есть спасаем банки, ассоциируется с демократами. А второй сценарий с республиканцами. И поэтому республиканцы выиграли. Не хочет население США спасать банки. Но те, кто опросы делает, они в такой постановке вопрос не ставят. И в результате они получают, что народ да за свободу, за демократию, но жизнь за родину отдать надо. То есть, если правильно ставить вопрос, они бы получили правильный. Но эти люди не могут правильно ставить вопрос. Черт возьми, они технологи. Ну, еще раз, очень условно, да, можно обсуждать со строителем, да, тонкости монтажа, но вид здания нужно обсуждать с архитектором. Вот те люди, которые опрашивают, это технологи, это строители. А архитекторов они не спрашивают. Так вот, именно по этой причине, я считаю, да, вот от первого сценария, на самом деле, это разрыв не между партиями. Потому что у республиканцев были и финансисты, и изоляционисты, и у демократов. Теоретически, в финал, например, могли выйти Буш от республиканцев, который финансист, и Сандерс от демократов, который изоляционист. Но вышло, как вышло. И сегодня Трамп это изоляционист, а Клинтон это финансист. И по этой причине я считаю, что Клинтон проиграет. К этому есть косвенные факторы. Ну, например, впервые за 35-40 лет на фоне съезда партии, неважно какой, республиканской или демократической, ее кандидат не вырвался вперед. Вот на фоне съезда демократической партии Трамп вырвался вперед. Потом сильная слабость, когда продемократическая газета опубликовала фотографию жены Трампа в обнаженном виде. Потому что это был расчет, что консерваторы американские, которые за республиканцев традиционно голосуют, скажут, ага, вот это там нарушение правил. Консерваторы сказали, во-первых, она модель, это ее профессия. Во-вторых, ей было 25 лет, она еще была не замужем. А в-третьих, как сказал товарищ Сталин, что делать будем? Завидовать будем. Ну и все, да, значит, не вышло. Сейчас еще один скандал, вот я только сейчас увидел в телевизоре, NBC News остановила речь Трампа в прямом эфире, показав заставку, когда он начал объяснять, что Хиллари Клинтон основатель ИГИЛа.
Но это не секрет. Все знают, что ИГИЛ создан Клинтон как госсекретарем и Петриусом как руководителем ЦРУ. Но каждый раз, когда это вылезает на поверхность, у Хиллари падает рейтинг. Собственно, вот бойня в Огайо, не в Орландо, когда там в гей-клубе убили там 90 человек, то после этого, когда этот самый убийца, сказали, что он связан с ИГИЛ, это вызвало снижение рейтинга Хиллари. Ровно вот поэтому. Ну, то есть масс, и после этого довольно долго никто из этих самых террористов про ИГИЛ ничего не говорил. Откуда сразу следует, откуда, значит, ноги растут. Вот такая вот картинка. То есть я считаю, что объективно должен выиграть Трамп. Это не значит, что он выиграет. Это значит, что я считаю, что его выигрыш более вероятен. Именно по этой причине я как бы всю конструкцию под Трампа и выстраиваю.